Всем привет! Сегодня я буду готовить салат. Очень вкусный рецепт, при этом простой. И я бы сказала праздничный. По крайней мере, я готовлю этот салатик именно на праздники. Что мне понадобится? Маленькая баночка кукурузы, естественно, майонез. Большая банка шпрот, здесь 240 грамм. Фасоль мы берем обычную, натуральную, без всяких добавок. Примерно полбанки, может быть, чуть побольше понадобится. Сыр твердый, российский, я беру где-то 100, может быть, 150 грамм. Чеснок добавляется всегда по вкусу. 1-2 зубчика, это, в общем, норма. И зелень, укроп, либо петрушка, несколько веточек. Также нам понадобятся сухарики. Можно взять просто обычный пакетик, это примерно 80 грамм, по-моему, большая упаковка. Я делаю сама, поэтому я беру 3 кусочка и сейчас сделаю сухари. Теперь к сухарикам нам нужно добавить масло со шпрот. Кстати, если будете покупать магазинные обычные сухарики, то лучше всего брать такие ржаные. Теперь сюда же добавляем чесночок. Все перемешиваем. Надо, чтобы сухарики немножко постояли и пропитались вот этим маслом и чесночком. Шпроты нам нужно размять вилочкой. Понемножку достаем и так раз-раз разминаем все. И рыбку мы добавляем сюда же. Сыр натираем на крупной терке. И добавляем сюда же. Зелень я мелко нарезала. Добавляем сюда. С кукурузой и с фасоли мы слили всю жидкость. И тоже сюда же добавляем. Заправляем все майонезом. И тоже все по вкусу. И перемешиваем. Соль, черный перец. Это все добавляется только вот по вкусу. Перемешали и пробуйте. Салатик у нас готов. Вот такой он, абсолютно простейший, готовится очень быстро, особенно если сухарики будут такие покупные, уже готовые. Все, 5 минут и салат готов. И безумно вкусно. Хоть на праздник, хоть в обычный день. Попробуйте сами, надеюсь, вам тоже все понравится. Всем спасибо, приятного аппетита, пока-пока.